интересует период подготовки к беременности. Что вы можете посоветовать на этом пути? У вас вот есть опыт тоже, да, вы папа. Как вот готовиться физически, энергетически, духовно? То есть что самое главное? Питание ли? Либо энергия, да, либо сила духа? Что главнее? Главное все. Это все, что говорит, что важнее левая нога, либо правая. Они все необходимы. Точно так же и тело, и душа, и дух, они равноценны, равнозначны. Все необходимо и важно. И к человеку, задумаясь о там, зачатии ребенка, должен на это подходить минимум за полгода. То есть захламлял себя всю жизнь, найди хотя бы полгода, чтобы себя очистить. Да, потому что у нас самое первое, что обновляется, клетки мышечного покрова. И вот мы, допустим, поменяли питание какое-то, чистое питание, продержались на нем полгода, наши клетки восстановились. И уже через полгода мы, допустим, зачинаем ребенка. Есть целое искусство зачатия. От культивирования чистоты тела, которое идет за полгода. Второе, энергетическое, это вот насколько любовь приходит, присутствует в паре. Следующее, это насколько они способны управлять своими сексуальными энергиями и раскручивать энергию оргазма до максимального пика. Чем выше вибрации поднимут, тем более высокие вибрации на душу притянут. И вот эта вот комбинация позволит притянуть и зачать и здорового, и более высоковибрационную душу.